Йоу, смешмеки, мы продолжаем проводить игру под названием Forage. Как вы видите, я немного здесь улучшился. Я, короче, создал еще два хранилища. И я создаю еще три предмета. Золото у меня осталось 18, это всего. Также мне нужно будет... Так, а сколько мне нужно для постройки банка? Ну, в основном только золото мне теперь нужно. Блин, ну и потом его раздобуду, либо куплю. Денежка, у нас есть денежка. Давайте еще какие-то земли купим. Так, у нас есть зимний биом, я могу купить. Но я хочу пойти в эти вот... О, нихера, там 36 тысяч надо. Давайте пойдем в эту вот локацию, и что там? Золотой меч. Когда они не достроят, я их сломаю. Чтобы у меня просто лишние не валялись. Так, немножко осталось. Ладно, давайте пока пробегу сюда. Так, лук с черепом. В смысле, их 68 сделал. Так. В смысле, их 60... Подождите, сколько один... Смысл у меня так много. Чё-то не врубаюсь. Ладно. Ну, ладно. Спасибо огромное. Этим вы спасете лес от парней с кирками. Приветствую, друг. У меня есть для вас последнее задание. Она создана с яйцем динозавра. Если она окажется у меня, я смогу вырастить и защитить это создание. Друзья-динозавры – самые лучшие друзья. Я видел на рынке, одно продавалось такое. Одно продавалось, но не сейчас. Обновление через сколько? 6 минут. Так, давайте я пока пускай создается кожа. Так, нити пока пускай создаются. Вот, у нас есть череп. Мне нужны... Давайте, наверное, еще в музей сгоняю. Перчик закину. В музей. Нужно посмотреть, будет новая вот эта наша местность. А мне еще и такие растения нужны. Блин, а мне эти неизвестные. Ладно. Нужно будет еще готовкой заняться, чтобы хавчик посоздавать. Так, стекло. Да, в принципе. Да, с кожей у нас проблемы. А, видите, сюда тоже нужно есть у динозавра. Так. Где мои баночки с этими? Им потом еще нужно бабочек где-то поймать. Скорее всего, бабочки в зимнем биоме. Я могу сейчас уже начать идти в зимний биом. Денежка у нас позволяет, да? Хотя, ладно. Так, что у нас здесь? Хорошо. Давайте, наверное, вещи. Хотя, фиг, ладно. Если что, продам. Строить ферма.
время. Я не знаю, с чем это связано, почему они такие твердые. Они очень твердые. Что это значит? 11:54. Кажется, ничего. Вот здесь бывает что-то ценное. Так, ладно, рыбка у нас есть. Обсидиан. А-а-а. 11:54. Это значило. Понятно, что это какие-то циферки. Ну что за циферки? На кактусы похавать. Понятие. Может... Да нет. Офигел на самом деле. Его на самом деле, допустим, 1-1. Откуда начинать? Типа, скорее всего, это 1-1, потом через 5. А, подожди, они же все, да, нажимаются? Ой-ой-ой, чего вы мне не говорите, что есть надо? Один, два, три, четыре, пять. Не знаю, короче. Мне легче все это выкопать дело. И понять, что тут ничего нету. Ладно, погнали. Меч. Рога довольно хорошо стоят. Поэтому это на самом деле даже довольно выгодная вещь. Так. А мне теперь даются по 2 растения? Нифига себе. Ну что, давайте похавают тогда и пойдем. Что здесь? Огненная галактика. Мне нужно, чтобы все горело, да? Ну, это довольно... долгое занятие. Чтобы все горело. Это нужно долго думать.
вижу. Вдруг он, они не должны ходить. Здесь все тоже инфа как бы неизвестна. Сложно. Слышно. Короче, в смысле, у тебя нет сил. Я понял, в чем дерьмо тут заключается. Смотрите, можно было не херячить все. Я только до вот этого вот момента додумался, и все. Так, сюда. Все. Дальше снова в тупике. Остается только одна. Мне кажется, вот здесь нужно еще как-то туда-сюда, чтобы понять. Может, с этой стороны как-то. Да, классно. И что вы делаете теперь с красным? Ну, ё-моё. Идиотизм. Хорошо, давайте, если наоборот, сюда. Ну, вряд ли. Может быть, только сюда. А потом как фиг. Здесь на самом деле я не знаю. Как бы так поменять местами? Да, так, допустим.
фиг еще знаешь как. Правильно, ты не знаешь. Хм. У тебя есть. Ебал. Серьезно? Серьезно? Я их поднимал. А их нужно было наоборот отпустить. Гы-гы. Огненный астроном. Решить загадки огненной галактики. Печать огненной галактики. Повышено макс до 10 З. Сердце контейнером получено. Неплохо. Очень неплохо. Фиг его знает. Ладно. Окей. Что у нас тут еще есть? Ой. Давайте продам их. А что мне еще делать? Блин, хотя я даже не знаю. Мне бы их продать на самом деле. Костяной амулет. Больше ресурсов. И кирку хочу улучшить. На самом деле. Так, рюкзак. Та-та-та-та. Что на рынке? Понятненько. Как обычно, много полезностей. Что мне на самом деле нужно, это... О, больше ресурсов. Так, и последний амулет. Замерзшая реликвия нужна. До хера королевской стали. Так, чё, ладно, у нас по земле. Ну, давайте продам. Куплю вот эту землю, верхнюю землю. Что у нас тут есть на продажу? Много редиски. Я на самом деле могу хавчик себе сделать. Пойти все отнести. Майонеза мне нету. Типа... Ну ладно. Нифига себе. Mm-hmm.
Ух, я сейчас вспомнил, что мы еще не с вами с этого не собрали деньги. А что так мало? Я думал, там больше будет. Ну ладно. Тогда... Сколько у меня золота? 18. Да, если бы я тут находился, оно быстрее бы фармило. Погнали, новые земли откроем. Атакуют. Так, построить мостик. Бля, они мне все-таки урон наносят, слышите? Это плохо. Это очень плохо. Ладно, мне хотя бы ресурсы дают. Вы солдат? Возьмите меня в... Так. И моих братьев на бой. Если победите, я подарю вам сокровища. Берите, и мы принесем. Так, мне 10 черепов. Ну, ой, тихо. Не то споймал. Манать, 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 манать. Да, если впритык зайду, видите, никаких проблем. Чувствуется мне, что я сейчас побегу хилиться. Так, построить. Построить, построить. Отошел. Ресурсы, ресурсы. Ладно, пускай рыбка собирается. А, мне нужны кости, да? Косточки, 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 10 штук. О, все нормально.
Так, еще нужен хотя бы один скелет. Так, готово. Так, построить один. Там у нас нормально. Начнем. Готовьтесь быть уничтоженным. Ну, тут легко. Чисто. Доленд, победите в испытании. Изи. Что там? Как это медальон механический? Бабочка, бабочка, бабочка. Эй, зефирка, я так рад, что вы здесь. Быстрее, мне нужна куча какашек. Чего? В общем, все какашки, что вы сможете найти, нет времени объяснять. Речь идет буквально о жизни и смерти. Сколько? Ты в своем уме? Я даже не знаю, где у меня здесь есть фарм кокулек. Мне кажется, нигде нету фармакокулек. А я смотрю, тут разные цифры. Циферки то разные. Хорош. Меня ударь, меня ударь. Бегаем. Мне нужно, чтобы мне хп отнялось. В принципе, могу себе дезмашение бить. В принципе, так, да? Почему нет? О! Цветочек. Thank you.
Все. Отлично. Отлично. Мне 4 сферы. Четыре сферы. Интересно, сколько я цветков сейчас буду получать? Так я 2 получаю. Ну и так 2. Ну, ладно. Так, и больше у нас получается нет туда ничего, нигде. Выходит. А, сейчас попродаем что-то. Что-то попродаем. Продать. Еще заберем монетки здесь. Пойдем в музей. Как раз мы с вами, считайте, сдали этот квест. Один, ну, одну часть. Так, почти 6 кусков. Почти 6. Так, уже 6. Купить земли. Ну, давай за 4. Так, там что интересное? Что-то интересное. Так, построить ферма плод. Ага. А это тут будут фармиться такие вещи. Так, а мне получается для улучшения кирки нужны головы, да? Сундук. Неплохо. Нихера у меня костей. Ну, нафиг, это много, на самом деле. Да и сфер у меня немало. Да, сейчас я косточки продам и еще что-то себе прокачаю. Из земли. О.
Так, мне бы еще светлячков споймать. А я ос забыл. Ладно. Погнали за осами. Банка с осами где? Фонарь получен. О, класс, у меня миньончик теперь есть. Какой-то фонарь. Повышу, посмотрим, насколько это будет больше урона. Слизень. Ну, не намного. Вообще не намного. Ладно, мне получается только осталось найти этих. Для очков я могу себе улучшить кирку. Да-да. Вот так вот. Так, еще я могу землю, да, купить, получается. Давайте вот эту. Вау, там что-то. Вот это точно данж какой-то. Ну, тогда я схожу уже в следующей серии, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем. Я даже туда показываю, значит, это по сюжету. И всем пока.